Ростове-на-Дону прошел традиционный ежегодный турнир памяти первого мэра города Таганрог Сергея Шила. Напомним, что глава администрации Таганрога был смертельно ранен возле своего дома в 2002 году. В турнире приняли участие две команды хозяев – донские казаки ЮФУ из Таганрога и ростовский ДГТУ «Лидер», а также волгоградский «Каустик» и краснодарский «Скиф». В стартовом матче турнира встретились «Каустик» и «Скиф». Первый тайм закончился в ничью 17-17, а во второй половине волгоградцы усилили давление и в какой-то момент повели с разницей в 6 мячей. В итоге, после финального свистка, электронное табло красноречиво зафиксировало победу нашей команды со счетом 35-32. Лучшим бомбардиром встречи, причем учитывая обе стороны, стал капитан «Каустика» Данила Иванов, наколотивший 9 мячей. Во второй игре нам противостоял самый мощный противник на турнире – донские казаки ЮФУ. И в этом поединке «Каустик» однозначно должен был брать очки. Даже в комментариях под трансляцией отметили, что «Каустик» будто и не вылетал в высшую лигу. Однако мы все знаем, что арбитры всегда к нам дышат очень неровно, в кавычках. Особенно в играх на выезде. Так произошло и в этот раз. Цена судейской ошибки на последних секундах не в нашу пользу. Принесла победу с минимальным преимуществом казакам – 31-30. В этой встрече вместе с Данилой Ивановым также самый метким стал Владислав Татауров. У обоих в активе по 6 точных бросков. Видимо, ошибка арбитров, повлиявшая на итоговый результат, сильно задела наших парней. И в третьем поединке они не оставили ни единого шанса ростовскому ДГТУ, разгромив их со счетом 41-25. В этой встрече лучшим голеадором стал Никита Ларин. 7 раз его точные броски заставляли студентов начинать с центра поля. Таким образом, сразу три команды набрали по 4 очка, но по дополнительным показателям лучший результат у нашей команды. «Каустик» заслуженно стал победителем турнира. Вторым финишировал «Скиф». Донские казаки ЮФУ расположились на третьей строчке и замкнули квартет студенты из ДГТУ «Лидер». Поздравляем наших ребят и тренерский штаб с победой в турнире и с нетерпением ждем побед в новом сезоне, который стартует в последних числах сентября, о чем мы вам обязательно сообщим. Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1».